Вперед, продвиньте! Вперед, пошли! Влево, влево! Идем с иконами, идем. Спасибо. 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 Спасибо.
напишет. Хорошо, на спорт, на майку. Ну, давай майку. А, вот тут как раз снимаете. Будь здоров, ты запах. Отец Александр, встаньте там здоровым, парень городской. Отец Николай, ты чего смотришь? Шаг прибавь, я не прошу. Thank you.
Преподобие, начальствующих наших городов, которые входят в состав политической партии, главы администрации, депутаты дум, областной, городских, господа казаки, атаманы, братья и сестры, поздравляю вас с сегодняшним праздником Люпинской иконы Божией Матери. И по традиции мы сегодня за центр города, где место совсем недалеко, вы знаете, стоял замечательный, огромный Вознесенский собор. Там также находилась чудотворный образ Люпинской иконы Божьей Матери. И вот мы сейчас пришли помолиться здесь, на это место, святое место, и по традиции пройти под чудотворным образом иконы Божьей Матери. Эта традиция родилась уже очень-очень давно, именно с того времени, как стали совершаться крестные ходы. И верующие люди особенно почитают такую традицию, потому что понимают, что именно просят у Матери Божьей заступничества, помощи в своих делах и своей жизни. Просите, и дастся вам. Ну а сейчас, по традиции, мы послужим молебен иконы Божьей Матери у Люпинской. Благословен Бог нас всегда на ней в Христа и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже, да слава Тебе, славим небесный, утешение по душе истины. Благих и жизни подателю,
темны, и очисти меня от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, истина, благословен гряды во имя Господне. Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Yeah.
свят, еси Боже наш, Его святых почиваешь, и Тебе славу воссылай. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Ты мудрость прости, услыши святого Евангелия. Мир всем и Духом Твоим. От руки святого Евангелия чтение. Дни луны восставшим рям, иди в горне сочане в град Иуду, и вреди в дом Захарии слова Елизавет, и бысь к услышали завет славани Марину, взыграйся, младенец, учтиве я испугайся, Духа Святой Елизавет, и возопеклася в едем рече, благословенна ты, жена, и благословен плод чрева Твоего, и откуда мне сено принят Мать Господа моего ко мне? Все мои гобы, глаз, целование Твоего, уши мою, взыграйся, младенец, радощами в очреве моей, и блаженно верующая, как будет, совершенная благословение от Господа, и рече Мария, величит душа моя Господа, и возрадуйся, Дух моя, Боже, спаси мое, яко презре на смирение рабы свои я, все волныне ублажат мне все роди, яко сотворит мне величие сильный, и святое имя Его, прибывши Мариам с неко три месяцы, и возвратися в дом свой. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
Услышим, Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли, несущих в море далече, и милостив будет Владыка грехов наших, и помилуй мы. Милостив Бог и человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. О Пресвятей Владычице нашей Богородице, за умиление сердец помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас. О Пресвятая Премилостивая Владычице Богородице, припадок святей иконе Твоей, смиренно молим Тебе в одни глаза моления наши. Вишь скорби, вишь беды наши, яко любвеобильная мати, почисти на помощь нам беспомощным, умоли Сына Твоего и Бога нашего, да не погубит нас о беззаконии наше, но явит нам человеколюбную свою милость, и спроси нам, Владычица, у благости Его телесное, здравие, душевное спасение и мирное житие земли плодоносие, воздуха благорастворение и благословение свыше, и вся благая дела и начинания наша милость, у нас смиренная, словословие нас. Научи нас петь и песнь небесной, ей же словословие Те ангели, так и ныне прими наше усердное молитвословие Тебе приносимое. О Царица Всепетая, простри ко Господу богоносные Твои руцы, ими же Бога Младенца Иисуса Христа носила и си, и умоли Его избавите нас от всякого зла. Яви, Владычица, Твоя милость к нам, болящие исцели, скорбящие утеши, бедствующим помози и сподоби нас, благочестно жить и сие земное совершите, житие с христианскую непостыдную кончину получите, град сей сохраните, и небесное царствие наследите мать материнским Твоим ходатайством, кротшемуся Тебе Христу Богу нашему, и мужу с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Пречистой Своей Матери и всех святых помилует и спасет нас.
Это власть человека любит. Ваше Высокопреосвященство, Отец Владыка Елисей, Ваше Высокопреосвященство, Владыка Иоанн, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы собрались здесь, на Соборной площади, где когда-то некогда стоял величественный храм, который, наверное, являлся действительно карточкой дореволюционного города, куда люди приходили со своими радостями, скорбями, горем, и находили там утешение, потому что там была икона Рюпинской Божьей Матери Чудотворной. И этот храм был, наверное, домом Пресвятой Владычицы. Но прошли времена, когда храм был разрушен богоборческой властью и утратен. Но пришло время, слава Богу, да, молитвам новомучеников и исповедников российских, которые своей кровью отдали свою жизнь самой жизни человека за Христа, тем самым засвидетельствовали свою веру во Христа, Его Пречистую Божью Матерь и угодников Божьих. Есть время, когда разбрасывать камни, есть время, когда собирать. Я думаю, Владыка, время пришло собрать вот эти камни, которые были разбросаны в богоборческое время. И я думаю, что надо создать тот величественный собор, который ваши предки построили здесь, в центре города. И помолиться Пресвятой Владычице Богородице, помолиться Божьих людей, народа Урюпинска, я думаю, это Божье дело исполнится, и храм будет стоять на прежнем месте, сеять своими золотыми куполами и освещая путь к людям, которые ищут Христа. С праздником! Спасибо, Господи! Ваше Преосвященство, Владыка, Ваше Преосвященство, еще раз я хочу выразить благодарность за приглашение участвовать в этом ежегодном торжественном богослужении или шествии, крестном ходе сюда на место, как сказано, стоял Вознесенский храм. Крестные ходы, вот эти, которые мы совершаем, они являются свидетельством нашей веры, нашего единства. Вот мы пока сейчас шли, вспоминали, где нам доводилось участвовать совсем недавно, три года назад уже, я участвовал в крестном ходе, это вот через месяц будет память преподобного Сергия Радонежского. Тогда был длинный крестный ход, 17 километров, возглавил его спешный патриарх Кирилл. Вот, и когда мы сейчас пошли тоже, а была жара необычная для Москвы, 30 градусов, и вот сразу у меня такие ассоциации. Вот. Это все свидетельство нашей веры о том, что нас не так мало, когда мы идем по городу, люди, даже которые не присоединились, стоят на обочине, тоже крестятся на икону, кланяются, тоже свидетельствуют, исповедуют свою веру. И, наверное, вот это единение, оно рано или поздно приведет к тому, что силы необходимые найдутся, и действительно храм некоторый разрушен, воздвигнется. Спасибо, Господи. Дорогие мои отцы, братья и сестры, дорогие владыки, матушки и игумени, начальствующие этого града, районов, входящие в состав нашей епархии, ну, по традиции мы сейчас с вами пройдем крестным ходом, так же, как и шли. Карки построены усилиями местных казаков. Карка эта носит название в честь Урюпинской иконы Божьей Матери. И уже стала неким символом этого места нашего города Урюпинска, столица епархии и столица нашей
российской провинции. Милостивым Всебожие, покрова Божией Матери. Сколько времени, Андрей? Час? Божьей Матери – это общецерковное празднование. И для нашей земли, Волго-Донской земли, праздник особенный. Уже издавна всегда съезжалось множество людей. По отчетам уполномоченных 40-х, 50-х годов, когда именно была трудная ситуация, не исповедовать веру во Христа – это была целая проблема, на праздник Урюпинска собиралось до 15 тысяч человек. С разных областей близлежащих. Люди шли пешком. Приходили сюда. Было много запрещено, крестные ходы были запрещены, посещение источников, и люди, не боясь ничего, все равно приходили и праздновали этот праздник, просили и получали просение. Сегодняшний праздник для нас особенный. Я бы хотел поздравить не только жителей города Урюпинска, я бы хотел поздравить, конечно, и жителей всех наших районов, входящих в состав Урюпинской епархии, федерации. Ибо мы сегодня празднуем день образования в Урюпинской епархии, 15-летие. Она была образована решением Священного Синода и Святейшего Патриарха 15 марта 2012 года. Ну, мы решили, что правильнее будет приурочить празднование такого масштаба к сегодняшнему большому и великому празднику. Я вам желаю всем жителям города Урюпинска, всем, какое бы они положение ни занимали, кто бы ни были, как бы ни относились именно к тому или к другому, потому что мы все-таки должны как-то чувствовать некое единение, потому что единый народ. А этот праздник, я думаю, что празднование Матери Божией, ибо к нему приходят не только люди глубоко верующие, а порой очень неверующие люди. И вот что самое интересное, вот такие неверующие люди получают просение. Поэтому это позволяет как-то нас вместе объединить, и вы видите это сами сегодня. Да? Уже традиционно здесь, в центре города, совершается большое число людей, которые именно здесь именно ждут, когда же придет крестный ход, и мы сможем вот так пройти под образом иконы Божьей Матери. Мне бы хотелось, чтобы они были, конечно, на божественной литургии, которая совершается у нас и ночью, и рано утром, и сейчас днем, но всему свое время. Поэтому Матерь Божия всех принимает, и, конечно, она нам дает чувство такой большой и великой радости.
С праздником вас. Спасибо, спасибо. И вам тоже спасибо.